Работодатели, оплатившие подчиненным отдых в России, получат налоговые льготы. Это поможет развивать внутренний туризм и сделает отдых более доступным. Расходы организации на оплату турпутевки не должны превышать 50 тысяч рублей. Документ вступает в силу в конце мая. Каждый пятый житель арктического региона – пенсионер. На Ямале на заслуженном отдыхе 129 507 человек. Превалируют женщины – около 61%. Мужчины составляют 39%. Также в округе зарегистрировано два получателя трудовой пенсии старше 100 лет. В Новом Уренгое полицейские раскрыли разбойное нападение. Молодой человек 1992 года рождения напал на аптекаря. Угрожая ножом, он похитил лекарства на сумму около 30 тысяч рублей.